Строительство новой станции метро «Театральная» находится на постоянном контроле региональных и местных властей. Работы проходят по графику. На сегодняшний день специалисты полностью закончили освобождать зоны метростроя от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. В полном объеме готовы два стартовых котлована. Смонтирован и подготовлен для начала проходки тоннелепроходческий механизированный комплекс. Начать разработку тоннелей подрядчик планирует в ноябре этого года. Новую 11-ю станцию Самарского метрополитена планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила при содействии губернатора Дмитрия Азарова. В сентябре 2021 года глава региона на заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России представил проект инфраструктурного развития строительства 11-й станции метро. Станция «Театральная» станет последней на первой ветке Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской от улицы Вилоновской до Красноармейской. После завершения строительства подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут, а время в пути от Безымянки до исторического центра Самары до 25 минут. Спортивные объекты благодаря усилиям национальных проектов губернатора нашего региона Дмитрия Юрьевича Азарова появляются в разных концах нашей области и нашего большого города. Доехать с маяка, например, до сегодняшнего центра города Ледового дворца спорта – это дело 20 минут. Поэтому строительство метро – это очень важная тема, которая способствует развитию инфраструктуры, транспортной инфраструктуры нашего города. Я очень рада тому, что новая станция появится, у нас появятся новые возможности.